Всем привет! Сегодня будет видео о моих беспородных кроликах. Это вот самка, единственное, что окролилось у меня. Я всего обгуливал 3 самки, но остальные 2 прохолостили. Вот эти вот 2 самки беспородные, серого окраса. Вот они вдвоем у меня прохолостили. И хочу показать крольчат у своей самки. Вот, получается, она окролила всего 12 штук. Она первокролка. И мне понравилось, что она сразу окролилась много дюжины крольчат. Выжило всего 10, так как остальные 2 в первую ночь вылезли из гнезда и замерзли. Вот 3 рыжика. Три крольчонка рыжего окраса. 3 крольчонка бурого окраса. И 4 крольчонка черного окраса. Вот такие крольчата. Им уже 2 недели. Сегодня ровно 2 недели. Вот такие вот глаза открыли. И уже хотят вылезти из гнезда. Вот такие вот бурые. Это кролих. Это крольчата от моего самца, которого не стало. Он что-то заболел, перестал ничего есть. Лекарства ему давали, но это ему не помогло. Вот, это самка. Единственная крылась. Хоть и беспородная, вот все говорят, беспородные, плохие. А она вон, первокролка, и сразу 12 крольчат. А это мои неудачные кролики. Как их называют? Инди-бриндинговые. Инди-бриндинговые – это когда скрещиваются особи, родственные друг другу. Вот им 4 месяца, а весят они по килограмму. Вот один в помете был, вот такого вот рыжего окраса. Что делать я с ними буду, я не знаю. Вот им уже 4 месяца, они все половозрелые. А мяса в них нет совсем. Здесь у меня самки, и вон 2 самца сидят. Вот 2 самца. Совсем маленькие вообще. Им 4 месяца, они в августе родились. Я их уже по полу рассадил, чтобы они не погуляли, еще хуже не было. Ну вот, если кто хочет экспериментировать в своем хозяйстве, сразу показываю, что получится. Ничего хорошего из этого не выйдет. Вот, ну, они, не скажу, что заторможенные, как в некоторых видео я видел, что инди-брендинговые крольчата заторможены какие-то, глупые. Крольчата как крольчата, но только маленькие. Вроде бы все, что я хотел показать в своем видео. Но черных кроликов я определенно буду на мясо. А вот эту вот крольчиху рыжую я думаю оставить. Потому что такого интересного окраса, хоть и маленькая, но буду пытаться что-нибудь делать. Скрещивается с какими-нибудь великанами породистыми. Может, что-нибудь путное выйдет. Всем пока. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следующие видео будут... Только когда будет проходить что-то интересное в моем хозяйстве. Такое, как приобретение кроликов или окролы интересные. Всем пока!